Добрый день, дорогие друзья! Я вновь вас всех приветствую на своем канале. Сижу, не дышу. Почему? Потому что поставила бобинки и боюсь, что они у меня упадут. А бобинки я их поставила, чтобы у меня как бы голова не была обрезана. Потому что, я же говорю, пока подготовишься к этому видео, уже и снимать отпадает желание. Так, что у нас сегодня за тема видео? Мне в комментариях пришло сообщение, просьба о том, чтобы я показала свои китайские спицы. В общем, начинающая вязальщица хочет услышать мой отзыв о китайских спицах, так как типа у меня опыт вязания большой, и она видела, что я покупала на Валбере спицы. И какие спицы я бы посоветовала приобрести? Хочу для начала показать вам вот столько у меня спиц китайских. Наверное, неправильно для картинки. Наверное, нужно вот таким вот образом. Да? Не удерживает, представляете? Вот. Как красиво картинку снять, кто знает. Вот так вот. Вот столько у меня китайских спиц. Какие-то я буквально в течение этого года купила. Даже не года, а где-то полгода. Потому что, ну, первая эпопея у меня началась перед Новым годом. Там же большие скидки. И я, в общем, делала закупки. Некоторые мне говорили, что я заболела шопингом, но это отнюдь не из-за того, что я заболела шопингом. Просто, скажем, в конце года у меня был небольшой финансовый прилив, и я, в общем, покупала, я показывала, что я покупала. Начнем про китайские или продолжим про китайские спицы. Начинала я вязать, как и все, тоже с китайских спиц. Когда я открыла свой канал, я начала искать спицы, которые рекомендовали девочки в своих видео, да, где они покупали. Не секрет же, что мы как сороки, как только где-то увидим, кто-то чего-то там рассказал, нам хочется тоже купить. Тем более, если люди такие, скажем, известные, да, ну, известные, я имею в виду, там, блогер, который уже наработал себе имя, естественно, уже мы ему доверяем и, ну, в общем, покупаем. Хочется сразу, хомяк наш просыпается, и мы бежим, и мы раньше бежали на Алиэкспресс. Я не исключение, тоже, как бы я тогда только на пенсию существовала, и поэтому, как и многие другие, я покупала вот такие китайские спицы. Они с вот таким тупым кончиком. Некоторые я использую до сих пор, но из-за того, что долго уже я ими пользуюсь, ну, уже каналу 8 лет, в марте было, уже 9-й год пошел, у них вот покрытие стало на некоторых облазить. И вообще, конечно же, качество не сравнить с тем, которое сейчас. Но, тем не менее, вязали на них все. И я в том числе вязала. Помните, еще такие были спицы, которые там у них мягкая силиконовая леска была, да? Деревянные продавали, их прям пучками продавали, я тоже покупала, и я про них уже на своем канале рассказывала, что практически ими я не пользовалась. Повторяться про них я не буду, потому что, ну, они даже никакой моей критики не выдерживают. В общем, они не зашли мне от слова совсем. Вот, и после того, как я уже
какое-то время была на Ютубе, когда уже появились мои видео, и девочки по этим видео вязали, я стала получать финансовое вознаграждение, назову я это так, и мне подсобиралась сумма определенная, и я добавила, получила, по-моему, с YouTube или свою пенсию получила, и я себе купила вот такой вот набор. Это был мой первый набор, это вообще был первый мой набор. Что он из себя представляет? Значит, внутри вот такие конвертики, да, наверное, или как их назвать, я не знаю. И там лежали вот такие спицы. Сейчас я карточку вытяну, чтобы через целлофан плохо видно, да? У меня сейчас здесь не лежат ни одни спицы. Я их, конечно же, вам покажу. По той причине, что они у меня все в работе до сих пор. Вот так выглядели эти спицы. Кстати, я смотрела. Отсвечивает. Вот так они выглядят. Я смотрела буквально недавно. Они есть на AliExpress, такие спицы. Но я что-то как-то сейчас не скажу, как, по какой цене, потому что я что-то очень много смотрела. И почему это... вот недавно буквально мне подписчица написала в комментарии о кубических спицах, да? И я посмотрела на AliExpress, есть набор, который стоит 5 с копейками. Там набором. Можно купить отдельно, там на Валбересе они что-то 656 рублей, что ли, были, когда я их, ну, в тот момент, когда я смотрела. А на AliExpress они были там 500 с копейками, ну, рублей на 50 дешевле, скажем так. Но на Валбересе ты получаешь дня через два, а на AliExpress через две недели, а то... И неизвестно, через две у тебя получится получить или нет. Ну и, в общем, я так посмотреть-то посмотрела и на этом успокоилась. Не знаю, может, когда-то в будущем я и приобрету этот набор, но мне, собственно, набор как бы ни к чему. Я, в общем, повторюсь, посмотреть посмотрела, но вернулась своим спицам, и я рассказывала, что я нашла свои Ади Новел, на которых сейчас, собственно, вяжу свой нулевой реглан. Так что вот эти вот спицы, я говорила, что покажу, как они выглядят. Они выглядят вот таким вот образом. Почему я достала их со своего органайзера? Потому что я уже сказала, они у меня постоянно в работе. И если их сложить в этот конвертик, леска с памятью. Никаких здесь нет цепляний. Вот это вот мои первые такие спицы, которые, ну, во всем меня устраивали. Вот такие у них кончики. Я специально взяла чагу. Вот, смотрите, кончик чагу и вот такой кончик у этих спиц. Хотя, вот смотрите, даже вот здесь на конвертике написано, да? Ну, это имитация. На органайзере написано и вот здесь написано чагу, да? Ну, скажем так, да, имеет место быть. И я их купила очень давно, наверное, лет 5-6 назад. Я помню, как сейчас, они стоили 4500. На тот момент это были очень большие деньги. Это было даже больше, чем моей полпенсии, потому что на тот момент я получала пенсию 7200. Я вот помню по сей день. И я не, вот просто была, вы не представляете, на седьмом небе. Ну, во-первых, первый мой такой набор. И
Причем я покупала и половинки, там очень много спиц было, я сейчас не помню в каком количестве, конечно, обзор есть на моем канале на YouTube, не помню, я на Дзен выставляла или нет, вот, но обзор на эти спицы был на моем канале. Я поищу, может быть, выставлю и на Дзен, то есть поищу на Ютубе старое видео из архива и, может быть, выставлю на Дзен. Вот, это был мой первый набор. Потом уже стали девочки мне там присылать какие-то спицы, да. Конечно, я ничего не отказывалась и сейчас не отказываюсь. Но я уже говорила и говорю, хомяк ему хоть сколько, ну, по крайней мере, я могу говорить про себя. Сколько бы у меня спиц не было, мне всегда мало. Но, ну, хочу сказать, что я и вижу там много. У меня начатышей много, и на каждый начатыш на своих спицах, потому что, ну, со временем же забываешь, на каких спицах ты вяжешь. Поэтому у меня в основном ходовые 2, 2,5, 3, 3,5, ну максимум 4. Остальные спицы, они как бы мне не в ходу, поэтому наборы, ну по большому счету и ни к чему. Мне, допустим, замечательный набор дарила Снежана Христина с Германии. Обалденный, просто деревянные спицы. Потом Ирина мне присылала симфонии. Наташа из города Губкин. Очень замечательных много спиц присылала. Мне с Казахстана Галина наборы и не только наборы, вот эти единорожки присылала. Мне девчонки дарили, допустим, Эльвира Дель, вспомнила, как называется. Знаю же, но вот забывается где-то там. Друзья мои, у вас такое бывает, что вы зашли на кухню и забыли, зачем вы туда пришли. Вот у меня почему-то такое бывает. Я, конечно, отношу это к тому, что я опять начала пить курс свой, и на меня не всегда эти таблетки отрицательно действуют. Ну, не знаю. Буквально недавно смеялась над собой. Зашла на кухню, забыла, зачем пришла. Ну, я потом, конечно, вспомнила, что я ходила за очками. Вот. Вот такие наборчики. Да, я, наверное, не до конца сказала, переключилась. Мне Эльвира несколько разных вариантов спиц дарила. Я у нее, допустим, делала какой-то заказ, и она туда вкладывала спицы. Вот эти с Needful спицы, да? Потом такие же спицы и, по-моему, даже леску, я, честно, уже не помню, присылала Аннушка мне с Казани. В общем, девочки, по сей день я все это помню. Если я что-то где-то упускаю, но это не значит, что я окончательно забыла и такая вот неблагодарная. Конечно же, я все помню, абсолютно все и всех я помню. Спасибо вам огромное и прям вот низкий-низкий поклон, что вы дали возможность мне повязать на разных спицах, и на деревянных, и на каких только спицах. В общем, конечно же, опять же повторюсь, ну, что тут скрывать? Я не знаю, может, кто-то там и скрывает, я никогда ничего не скрываю. Есть у меня такой недостаток, что мне все мало, хочется и хочется что-то еще новенькое повязать. Ну, вернее, эти спицы купить новенькие-новенькие. Опять же, ну, я часто захожу на Валберис по той или иной причине, и там мне, так как я покупала, что-то рекомендуют, и попадаются какие-то спицы, и КнитПро, и другие, и прочие. И я смотрю на цены. Какие цены? Допустим, буквально недавно я попали спицы КнитПро, и они 600 с чем-то рублей. И 500 с копейками стоят вот такие спицы, которых здесь вот какое количество.
И они ничем не хуже тех спиц, которые нам предлагают. Вот честно я вам скажу, у меня одни положительные отзывы. Я такие приобретала, вот смотрите, 43 сантиметра, это для вязания, допустим, горловины и шапочек. Потом приобретала 65, и у меня есть еще 80. А вот они. Я думаю, я что, не взяла их, что ли? Вот 80, а 65 у меня какие-то без опознавательного знака. На них вообще вязать удобно. Вот просто, я не знаю. Я еще вот покупала спицы, сама я покупала спицы Кати, они на белой леске. И я покупала 65 сантиметров и много чего связала. Но, друзья мои, хочу сказать, что вот болезнь этих спиц – это соединение на стыке между… Ну, то есть, я не знаю, как для кого, а для меня это, ну, это первое, что я предъявляю к этим спицам. Потому что, когда начинает цепляться вот в этом месте, меня это очень раздражает. Да, можно аккуратненько протягивать, но это же ж время, да, и ты отвлекаешься. Допустим, у меня слепое вязание, как я люблю это говорить, да, лицевыми петлями я вяжу, я иногда даже не смотрю, что я там вяжу. Смотрю телевизор и вяжу. И когда цепляется, конечно, меня это очень сильно раздражает. И поэтому вот спицы Милфут, те, которые разъемные, там не цепляет. Это 100% я вам говорю, потому что я уже их сравнивала, да? А те, которые вот разъемные, или как целые, да, цельные, да, спицы на леске, ну вот такие, да, к примеру, они цепляют, и цепляют прямо прилично цепляют. И они у меня редко востребованы. Это если там, допустим, я что-то решила начать, а у меня нет, кроме этих спиц, тогда я беру. Вот, я сегодня буквально опять заходила на Валпериса и увидела набор лесок. У меня, в общем, есть и четверка, и тройка, и, по-моему, даже 3,5 есть вот эти разъемные спицы. Но леска 80 сантиметров, и все. И я заходила, заглянула, 1000 рублей, набор три размера, там 40 с чем-то, потом 60 с чем-то, или 60 ровно, и 80. Но что-то как-то я посмотрела, я знаю, что это не очень дорого. Но решила, думаю, нет, пока еще у меня нет такой возможности. Хомяк окончательно меня еще не задушил по поводу этого. Значит, есть еще вот такие китайские спицы у меня. Тоже они в органайзере. Вот так расположены. И называются они Максвелл. Значит, что про них сказать? Скажем, на четверочку. Те, которые меньшего размера спицы, допустим, 2-2, вот у меня, допустим, видите, нет здесь тройки, нет 3,5 и четверка. Это у меня спицы в работе. Вот. И получается, что эти, вот чем выше размер спиц, тем стык цепляет больше. Стоит, я же говорю, порядка 500, там 600 рублей я их покупала. Это целый набор спиц. А, допустим, те же Knit Pro, они 600 рублей, это одни спицы. Вот. Дальше. Дальше была такая у меня история, что я посмотрела на канале «Северное вязание». Оля показывала вот такие вот спицы. Вот набор. Меня здесь не хватает одних спиц, по-моему. Или даже все они здесь.
Честно, не помню. В общем, случилось что? Это, наверное, мне так повезло, что я, конечно, другие номера спиц не пробовала. Прокручивается в стакане. Когда ты закрываешь их, ты должен закрепить это вот в этом месте. Ну вот, допустим, видите, когда закручиваешь леску, ты должен закрепить. Они должны до упора у тебя закрутиться, да, и ты притянуть должен. А притянуть не можешь, потому что прокручиваются. И все, ходит туда-сюда. Я не знаю, можно это, как говорят в народе, сорвана резьба. Возможно, можно как-то это устранить, но я не нашла способа. Хотя здесь вот и лески, видите, не хватает одних здесь спиц, потому что лески нет, которая подлиннее. Видимо, я использовала на какое-то изделие. Чем примечателен этот набор? Что здесь в наборе есть спицы диаметром 15 сантиметров. Вот эти спицы, видите, у короты, а эти вот длинные. И здесь, по-моему, номером 5 заканчиваются спицы, да. А вот те, которые дальше пошли, это уже укороченные спицы. Вот, ну, кроме того, что вот я их попробовала, они меня не устроили. Дерево вроде бы как нормальное, гладкое, нигде не цепляет. Ну, самые ходовые спицы, которые 3-3,5, вот у меня была такая проблема. Я же говорю, может быть, это был просто брак, который мне попался. Ну, вот такой нелицеприятный у меня отзыв об этих спицах. Далее я купила вот такие вот спицы. Как сейчас помню, перед Новым годом они стоили где-то чуть больше 2000. Честно скажу, не вижу я на них. Вот одни единственные я их взяла. Они у меня здесь. А вот, кстати, Минфулд, если вы будете интересоваться, это вот такие спицы. Вот эти спицы, они хорошие, ничего плохого про них сказать не могу. Это медицинская сталь. Почему я на них не вяжу? Очень тяжелые, прям очень тяжелые. Конечно, если бы у меня не было других спиц, я бы без проблем на них вязала. У них леска такая же, как у книтинг. Или нитинг называют, да? Вот такая хорошая леска. Ну, ничего плохого про эти спицы не могу сказать, кроме того, что вот они очень тяжелые. И у меня, если сравнивать, допустим, спицы Чагу, это вот красная леска, это Чагу, и сравнивать спицы те, которые я вот купила, они, посмотрите, один в один. Как же показать? Смотрите, один в один. И здесь, правда, немножко подлиннее, но эти 11, а эти 13 сантиметров. Это вы сами можете там выбрать размеры спиц. Все. И стык устраивает, все устраивает. Ну, может, со временем я буду и на них вязать. Привыкнуть, может быть, нужно. Но пока такой необходимости не было, поэтому они у меня лежат. Все здесь, и стопери, видите, и леска, все супер замечательно. Конечно же, хочу отдельно выразить свое восхищение органайзерами. Какие они молодцы! Вот просто нет слов, одни эмоции. Прям тут, мне кажется, эти деньги, которые платишь, допустим, 2500 или 2800 я там отдавала, может, даже еще меньше, я не помню, я знаю, что до 3000 я отдавала за эти спицы.
И причем здесь же спиц 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 спиц. Еще раз. 3, 3, да, 10, 10 номеров спиц. Они от двойки и по половинкам. 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Ну и, в общем, последняя у нас шестерка. Ну, для меня это вот самый такой оптимальный вариант. На больших спицах я не вяжу. И что еще здесь хорошо? Здесь лазерная, как же это называется? Маркировка. Лазерная маркировка. Не знаю, будет видно, нет? Ну, там мелькает. В общем, лазерная маркировка. И это тоже плюсом, представляете, до чего уже китайцы дошли. Они перещеголяли всех. Но если есть что похвалить, почему бы не похвалить, да? Я ни в коем случае не критикую других производителей, но, скажем, они должны гнаться за своим покупателям и что-то новое создавать, скажем, от Минфуд. Они вроде бы как буквально недавно их выпустили, но я уже про них отзыв свой сказала. Единорожки тоже хорошие спицы, и ничего не могу сказать про них. Но у меня не используются они по той причине, ну, скажем, на все 100. Ничего тоже плохого о них сказать не могу. У меня 100 сантиметров. На 100 сантиметрах я вяжу крайне редко. В основном у меня в ходу 65 и 80, потому что я вяжу на спицах 2, 2,5, 3, как я уже говорила. Петель у меня всегда много. И тоненькая пряжа, и удобно располагать, чтобы оно быстро двигалось, да, и ты быстро вязал, когда все у тебя петли в кучке, скажем так. Очень удобно мне вязать на спицах номер 65. Вот, и у меня вот они, я еще планирую, будет возможность приобрести еще спицы. Ну, я не знаю, как они называются, у короты или как. Ну, в общем, леска 65. Потому что вот они у меня все в ходу. И еще раз повторюсь, очень-очень мне удобно на них вязать. Так, буквально недавно на канале Юлия Вязание я показывала вот такие спицы, да. Я посмотрела, думаю, ну надо же, да? Ну я вроде бы как уже ж показывала свои покупки на Валберис, поэтому я их выставляла до Нового года еще и тоже говорила, пела дифирамбы про эти спицы. Но я знаю, что не все же смотрят мои видео. И тоже эти наборы я купила. Ну, до 3000. Не знаю, сколько они сейчас стоят. Юля говорила, что 3 с копейками, по-моему, она покупала. В общем, не скажу, честно, не скажу, не знаю. Я помню, что я за не то, что вот прям сразу я взяла и купила. Конечно, у меня плохое, что я даже сама слышу, что я. Но ничего тут не попишешь. Так вот и я разговариваю. Хочу сказать, я покупала у разных продавцов. Как я посмотрела, после того, как я Юлю посмотрела, да, у меня здесь написано Вулторг. Одни спицы у меня с Вулторг. Я еще раз говорю, я же не сразу их брала, а постепенно. Поэтому у разных продавцов какая цена была на тот период. И это вот такие вот спицы. Вот такие вот спицы. Я тогда еще, ну, хотела, я там-то, конечно, тоже говорила, что какие замечательные продавцы. Ну, не знаю, мне так повезло, или
Может, они всем так кладывают? Значит, давайте вначале про спицы. Это алюминиевые, легкие спицы. Ну, я не могу сказать, что они прям совсем легкие-легкие, но сравнительно легкие. Я вязала Knitpro Zinc спицы, да, есть такие. Они, на мой взгляд, полегче. Из-за чего я их приобрела, эти спицы? Я же собиралась вязать свой кардиган, вот этот, который из толстой пряжи коричневый. И, как оказалось, у меня, ну, нет там семерки, восьмерки не было, да, вот этих вот спиц, кроме деревянных. На них я уже сказала, что не особо мне понравилось вязать, поэтому я даже и не стала заморачиваться. Вот, и я посмотрела, хотела вообще отдельно купить спицы, но посмотрела, сколько они стоят, и тут мне попался этот набор, и я купила. И что я вот сказала вам по поводу того, что, возможно, мне повезло, так еще эти спицы 13, ну, я обычно 13 сантиметров беру, потому что у меня широкая ладонь, мне нравится вязать на таких длинных спицах. Здесь в наборе у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 спиц. Вот. Самый большой размер десяточка. Они прям такие тяжеленькие, металлические, прям тяжеленькие. Ну, алюминиевые, видимо. Так вот, по поводу того, что мне повезло, да? Мне продавец вложил вот такие подарочки. Посмотрите, это булавки, на которые я обычно перекидываю свои петельки. Я вот буквально показывала, что у меня там, допустим, нужно, чтобы плечо, петли были не задействованы. И, конечно же, петелечки я туда скидываю и все. Но, друзья мои, что меня удивило? Вот эти булавочки, они как раритетные. Посмотрите, как они выглядят. Как будто их достали со старой скрыни. Как у меня мама говорила, да? Вот такие вот разного размера. Мне кажется, они не 5 копеек стоят, эти булавочки. Но вот здесь было написано, это вам подарок. Вот посмотрите. Если вам понравился товар, пожалуйста, оставьте отзыв. Нам будет приятно. Конечно же, я оставила отзыв и пела дифирамбы, потому что я настолько в восторге была от этих булавок, просто вообще. Но помимо булавок мне положили еще вот такие иголки. Представляете? Я просто... И причем, смотрите, их сколько в наборе. И плюс еще вот такие для кос. Они были вот так вот, как я вам показываю, так они и есть. Вот. Естественно, есть здесь стоперы. Есть здесь вот такие крючочки. Я не знаю, для чего они предназначены, эти крючочки. Ну, наверное, поднимать петли там или еще что-то. Ну, вот такие вот крючочки. Коротенькие. Честно, я не знаю, для чего они предназначены. Если вы знаете, напишите, пожалуйста. Ну и все остальное. Круг, который при закреплении. Единственное, что здесь нет, это... А, есть. Есть, 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 есть. Это я обманула. Как же они называются? Вылетело у меня в голове. Вылетело с головы, в голове вылетело. Коннекторы, да? По-моему, так они называются. И удивительно, что они вот такие маленькие. Вот. Честно скажу, я один раз попробовала на них вязать, на этих спицах. И все. Ничего плохого про них сказать не могу. Вот такое количество лесок. Значит, один. Огромнейшая леска.
2, 3 и 4. Я так понимаю, что здесь леска 40 сантиметров или 60. Наверное, 40. Ой, не буду врать. Надо будет посмотреть, какие они тут в этом. Или на карточке продавца. У меня же там сохранилась вся история. Это вот точно 80 леска, где она тут коротенькая. Вот это точно 80. Я так понимаю, что метр и 1,20 м, потому что это прям совсем большая длинная леска. И все эти лески точно такие, как в спицах нитинг. Вот. И я честно вам сказала, что я их приобрела. Ну, они у меня пока не были востребованы. Вот как лежали, так и лежат пока что. Ну, как говорится, пусть чтобы были. В любой момент я могу взять, и в любой момент они у меня есть. Я буду на них вязать. Почему я их купила, я вам уже сказала. Да? Потому что я собиралась вязать на больших спицах, но... К сожалению, пока я разочарована своим вязанием этим, отложила этот кардиган и до лучших времен. Так, ну и вот этот тоже. Смотрите, какой замечательный. Так, кто у нас тут, какая фирма? Честно, не скажу. Ну, все это Китай. Вултург мне тоже кажется Китай, да? Я не знаю. Так, ну и что здесь? Здесь вот такие вот спицы. Почему я этот набор купила? Потому что здесь есть четвертинки. 2, 2,25, 2,5, 2,75. По-моему, так, если я не ошибаюсь. Но они, вот видите... маленькие. И именно те спицы, которые ходовые у меня. Самые-самые. Здесь то же самое. Вот эти ключики. Ключики. Эти. Как их называют-то? Крючки. Господи, ключики. И хорошо, что еще они вот так вот на колечке, да? Здесь их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 заканчивается 4,5. То есть 9 и 4,5 заканчивается. И здесь у меня тоже подарок. Ну, я такими маркерочками не пользуюсь. Вот такие маркерочки. Но я ими крайне редко пользуюсь. Что-то они меня не впечатлили. Очень понравились мне стоперы, вот такие вот. Ну и, соответственно, леска, которая вот, она прям тоненькая по сравнению с, допустим, вот с этой леской, она гораздо тоньше. Вот можно сравнить, да? Ее видно, что она тоньше. Непосредственно эта леска к спицам тонких размеров. Это точно так же, как у Чагу, да, если у вас номер спиц тонкий, то леска гораздо тоньше. И здесь тоже у нас, по-моему, 4 лески, если я не ошибаюсь. 1, 2, 3, 4 лески. Вот. Этими спицами я вязала, и все устраивает, вот все супер. И я еще раз повторюсь, я не знаю, сколько сейчас они стоят, но я не думаю, что дорого. Юля вот говорила, что там 3 с копейками стоит. Я не заходила, не смотрела. Ну, это я тоже уже вам показала. Собственно говоря, больше здесь в этих наборах нет ничего такого. Самое интересное, что... Вот леска здесь была без чехла, без ничего. То есть она просто была вставлена вот таким вот образом. Если вот в предыдущем варианте она была
там в своем кулечке, то здесь она абсолютно без ничего. Почему так, я не знаю. Ну, опять же, органайзер вообще супер-супер-супер. Органайзеры вообще молодцы, просто я не знаю. Видите, здесь вот так вот все было. Может быть, это сами уже упаковали, или я не знаю. Ну, в общем, не буду ничего предполагать. Ну, вот так вот. Так что это вот такие мои китайские наборы. Все я рассказала. И, знаете, радует то, что, скажем, на любой карман можно купить. Допустим, хотите, купите вот такой вот большой набор, скажем, ну, это не премиум класс, наверное, там можно еще другие. И чуть больше 5000 купить, я вот смотрела, забыла опять название. Вот, тоже китайские, а симфонии, да, можно купить. И еще какие-то там, в общем, разные можно приобрести. И можно, допустим, если у вас нет возможности купить, допустим, за такие деньги, вот альтернатива тоже, вот такие спицы, они, ну, ничуть не хуже. Но иногда нужно, чтобы были разъемные спицы, чтобы вот леска была другая, поэтому по этой причине я и купила. Почему я запасы делала? Каждый раз думаю, а вдруг у меня не будет возможности. Вот как сейчас, да? YouTube все перекрыл. Последние, как говорится, возможности вывода денег, останется только дзен. Я никогда не скрывала, что на дзен у меня заработок был меньше, но он тоже есть, он тоже есть. И, конечно же, я всегда думаю, что вдруг у меня не будет такой возможности, мало ли, что может случиться и с дзеном. Ну, а этот набор лежит и ничего, как говорится, кушать не просит, как и другие спицы. Ну и еще так скажем, я же вяжу, я вязальщица, вяжу очень много, инструмент должен быть у меня и должен быть хороший, который меня устраивает, хорошим инструментом и работать хорошо, да? Парикмахер, допустим, там себе ножницы, всякие машинки покупает, расчески. Швея, она там тоже всякие иглы, всякие оверлоки и прочее-прочее покупает, да. У нас пряжа, у нее ткань, и вышивка там тоже свое. И, как говорится, каждое рукоделие, каждая рукодельница хочет, чтобы у нее было что-то такое, чтобы устраивало, как мы на кухне что-то готовим, покупаем себе ножи такие, чтобы они были острые и прочее, прочее, да? Ну, можно сравнивать со многим. Поэтому, да, у меня сейчас на сегодняшний момент я не бедствую по поводу спиц. Были времена, когда мне их не хватало, когда не на чем было вязать. Точно так же и с крючками. Я крючки, вот как купила кловер крючки, все, у меня отпало желание покупать какие-то другие. И я смотрю, что девочки там какими-то другими вяжут. Ну, у меня даже нет желания какие-то другие покупать. Меня 100% устраивают эти. И почему-то в этом году меня вот на крючок никак не тянет в летний период. Ну, это может быть у меня в любой момент щелкнуть. И все. И я переключусь и буду вязать только крючком. У меня много начатышей крючков. Самое такое, что прям я хотела бы хоть сейчас начать, но что-то вот не идет. Это туника в стиле Боха. Вот прямо я бы хотела ее вязать. Ну, наверное, так хочу. Пока еще желание не отпало.
Каждый раз думаю, вот это вот довяжу и начну. Но руки должны потянуться. Я не знаю, как у кого, а у меня вот так. Вот руки тянутся, я вяжу. Не тянутся, я не вяжу. Вот. И вчера я показывала свою новую домашнюю кофточку, которую я начала вязать. Вот просто вяжу на одном дыхании. Я, кстати, сегодня практически еще не вязала. Это видео вы увидите попозже, чем выйдет влоговое. Я ходила сегодня, пыталась пройтись, прогуляться по улице. Это что-то с чем-то. Это что-то с чем-то. И когда приходишь оттуда, вареный просто, ничего не хочется делать. Но я все-таки решила, думаю, отдохну, сниму. Пока еще, как говорится, прическа есть еще на голове, потому что когда только ляжешь, все, куда что девается. Ладно, дорогие друзья, вот такое получилось спонтанное видео по просьбе моей зрительницы. Надеюсь, я рассказала свои плюсы, свои минусы именно моих спиц. И мой ответ вас удовлетворит. А вообще, хочу сказать, что если вы начинающие, и у вас есть возможность, то, конечно же, нужно брать и пробовать. В любом случае, спицы не будут лишние. И, как говорится, не разорят ваш кошелек вот эти вот китайские. Другое дело, допустим, как я вот рассказывала, что 32 тысячи новые чаогу стоят. Там, конечно, много спиц фирменные. Там же за бренд берут и за все остальное. Пока они новые, может быть. Вот, ладно. Опять меня уводит куда-то в какое-то русло. Дорогие друзья, я желаю вам легких петелек на спицах, неважно каких, фирменных, нефирменных, да, китайских, здоровья, здоровья вам, вашим ручкам, мирного неба над головой. И прощаюсь с вами совсем ненадолго. До новых встреч, до новых видео. С вами была Ирина.